Всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию ряд горячих новинок от компании ADA Instruments. Ультралайнер, ProLiner, Combine и самую горячую новинку Ультралайнер комплектации Ultimate. Рассмотрим их комплектацию. У данных приборов комплектация одинаковая. Поставляются в таких суперпрочных кейсах. Кейс очень прочный. Можно постоять, проверить, можно посидеть. В комплектации входят держатель для батареек с батарейками, мишень, очки, переходник и инструкция. В кейсе два замочка, хорошо закрываются. Сейчас мы покажем. Очень прочный, сделан на 5 с плюсом, я бы сказал. Таких кейсов в измерительном инструменте я еще не видел. В этом кейсе абсолютно безопасно транспортируется прибор. При укладке прибор надежно фиксируется. Закрываем кейс. Что позволяет нам избежать любых расстроек прибора. Рассмотрим сами приборы. Начнем с ProLiner 4V. Он имеет три комплектации. ProLiner 4V, ProLiner 2V и ProLiner 4V Set. Прибор проецирует одну горизонтальную линию с разверткой луча 170 градусов, 4 вертикальные линии, образуя лазерный крест над головой. Имеет точку отвеса вниз, она же 0. Прибор имеет поворотный лимб, поворотное основание для грубой наводки, плюс винты регулировки для тонкой наводки. Включается кнопкой на боковой панели, имеет два положения. Положение блокировки линии для наклонной разметки и положение выравнивания маятника для разметки уровня. Лучи достаточно яркие, тонкие, удобные для работы. Сзади на приборе батарейный отсек, легко снимается. Кассета с батареями, легко менять, легко вставлять. Рассмотрим следующий прибор. ADA Combine. Он идентичен предыдущему прибору. Главное его отличие, он строит как линии, так и точки. Прибор строит 4 точки горизонтальной плоскости, точку в потолок, точку в пол. С точками очень удобно работать на улице при ярком освещении. И третий прибор – это Ultralinear 360 от компании ADA Instruments. Его главное отличие – то, что он строит горизонтальную замкнутую плоскость 360 градусов. И, конечно же, самая расширенная комплектация для настоящих профессионалов – Ultralinear 360 4VC. Прибор поставляется в кейсе. Кейс имеет 5 замков. Посмотрим, что там внутри. Внутри инструкция, сам прибор, литий-ионный аккумулятор с режимом работы до 8 часов, батарейный отсек, зарядное устройство, батарейки, очки, мишень, элевационный штатив, дополнительные колени для работы на высоте до 4 метров. Сейчас продемонстрируем, как он легко разбирается, устанавливается. Все колени на клипсах. Быстро устанавливается. Имеет элевационную колоночку. Удобные колени с опорной площадкой. Легко накручивается на штатив. В нашем помещении потолки 3 метра, поэтому третья колонна колена мне просто не понадобится.
Проверим его на прочность. Установим прибор, посмотрим, как он на нем держится. С помощью такой вот лицевой колонки очень удобно и быстро установить прибор на любой рабочей высоте. Вот мы и познакомились с вами с линейкой приборов для профессионалов от компании «Ад-Инструмент». Покупайте только качественный инструмент, делайте хороший ремонт, ставьте лайки, смотрите наше видео. Всем пока!